Зараз з нами на зв'язку буде Сергій, дядько російського десантника. Хлопчина по імені Коля втратив ноги на українській війні. Тож днями російський і український інтернет облетіло фото цього хлопця, котрий, як з'ясувалось, вперше в Україні опинився під час окупації Криму, де його нарядили у форму беркуту. З якою метою, сподіваюсь, ми дізнаємось під час розмови. Слід віддати належне мужності Сергія. Він погодився говорити з українським телебаченням, незважаючи на атмосферу терору, в якій перебуває Росія. Здравствуйте, Сергій. Ми знаємо, какая біда случилась з вашим племянником Николаем. Ви можете розказати немножко подробніше, що вам відомо о його приїзді чи присутствии в Україні, ну, вследствие которого он потерял ноги? Ну, насколько я понимаю, их послали часть, не знаю, там рота, батальон, не знаю, к вам на Украину, где его ранило в первые же там дни миной, какой-то там противотанковой. Как он говорит, была засада где-то. Все, его сразу же ранило. И лежал, отстреливался, потом его вытащили, везли очень долго в Ростов. Там где-то там в колено, в ноги, там где-то в кости все эти осколки попали. И пока везли, там гангрена, через два дня все загноилось. Ногу в Ростове отрезали, теперь потом отправили в Москву. Насколько я понимаю, то есть он до ростовской больницы добирался два дня? Угу, да. Ну, есть, я читал сообщение его отца, он говорил, что он не знает, что, возможно, Николай был ранен на границе, но, насколько я понимаю, что если бы это было на границе, то два дня бы он не ехал. Это да. Два дня – это слишком далеко от границы. Да не, ну тут, несомненно, против вас воюет российская армия. Да, ну мы... Скорее всего, в районе Мариуполя воевал кто-то из его части. А что он рассказывал, как он туда попал? Потому что Лев Шлосберг говорил, что очень многих военных ставили в почти в ультимативное положение. Или ты едешь, или у тебя потом будут проблемы. Это приказ. Против вас воюет полностью готовый, комплектованный там какое-то соединение, батальон там или еще что-то, которое уже слажен с работой. Это контрактники, которые профессионалы. Это уже нет там кого-то вперемешку. Один оттуда, один отсюда. То есть это военные части, военные соединения в полном составе? Вот эта ситуация с его ранением Николая. Мы видели фотографии, на которых он снят в форме беркута. Насколько я понимаю, если это так, если это действительно Николай, то, возможно, он был во время событий на Майдане в Украине. Нет. Понимаете, если вы видите человека в форме беркута, это не обязательно, чтобы он был где-то на Майдане в Украине. Ну, это игра, я так понимаю, какая-то. Uh-huh. Сценарий такой написан кем-то, что люди входят, людей забрасывают в Крым, где они ходят как зеленые человечки, все своим внешним видом. А когда нужно, они переодеваются в форму беркута. Таким образом, на самом деле, получается, что выглядит это, что людей в два раза больше. Сегодня у нас там, условно говоря, зеленых человечков 1000 и беркута 1000, хотя это на самом деле одни и те же люди. Ну, кто-то придумал такой красивый сценарий, не знаю, там, в Генштабе или еще где. Простите, а Николай что-то рассказывал о вот этих событиях в Крыму? Нет, он сейчас лежит под капельницей. У него гангрена была. То есть он сейчас... У него там и температура, и все остальное. Его вообще посчитали убитым поначалу, поэтому отошли и думали, что все. Как он говорит, когда меня привезли, я назвал свою фамилию, сказали, что он вообще был 200-м в списке. А в военном билете у него есть какие-то отметки? То есть, ну, например, у
нас в Украине есть, да, претензии со стороны военных к своему командованию, потому что многие не получают отметок, да, которые бы потом позволили им, скажем так, получить статус участника боевых действий. Извините, это довольно бюрократично, но на самом деле это важно. То есть он по документам был в Украине, ваш племянник Николай, или нет? Не думаю. Их отправили на учение в Челябинскую область. По документам он там. В Челябинской области. И я боюсь, что это все будет отражено именно там, как несчастный случай. Я понимаю, это, знаете, я бы не хотел, чтобы это прозвучало как какое-то удовольствие или, ну, сатисфакция от того, что, да, в России российские граждане тоже гибнут, принимая участие в этой страшной и непонятной войне. Но как вы ощущаете, приходит какой-то момент отрезвления, да, что война с украинцами — это не виртуальный тир, что это не просто, знаете ли, пораскидывались какими-то помидорами, что это гибнут живые люди и в Украине, и сейчас это гибнут русские люди. Вот в России есть какое-то ощущение, что это на самом деле кошмар, что это не парад? Ну, я не могу выступать термометром, да, настроений по всей России. Держусь подальше от людей, которые ура-патриоты. Есть много тем пока еще в России, пока нас еще не начали бомбить, которые можно обсуждать. Если есть люди, которые начинают говорить там слова там «Укра», «Бандеры», «Фашисты», мне с ними неинтересно разговаривать. Я их могу, конечно, рассказать, что-то объяснить. Но ситуация такая, что телевидение имеет гораздо больший вес, чем личное общение. Если человек смотрит телевизор, с ним разговаривать бесполезно. Если он не смотрит телевизор, то на самом деле он уже нормальный человек. Люди в России делятся на тех, кто смотрит телевизор, и тех, кто его не смотрит. Ну, мы понимаем, что вот эта вот пелена молчания или завеса молчания, которая нависла над Россией, она в значительной мере позволяет совершать преступления, в том числе и против ваших же граждан, как вот было в ситуации с вашим племянником, который поехал в Челябинскую область на учения, а приехал без ног с Украины. То есть ли возможность как-то, во всяком случае, защитить права военных? Мы понимаем, военный человек — это человек под присягой, и у него есть дисциплинарная ответственность. Ну, на самом деле все понимают, что война есть. Все уверены, что, по крайней мере, те, кто воюет, что они воюют с американским империализмом. Американцы уже завоевали Ливию, они завоевали Сербию, они завоевали там все, они уже в Сирии, и вообще они уже вот на границе с Украиной, и если бы мы не взяли Крым, то они бы уже давно там поставили свои ракеты, которые наведли бы на Россию. И все именно так и мыслят. Нужно 40 лет, как Моисей говорил, да, чтобы сменилось поколение, для того, чтобы что-то изменилось. У вас это началось быстрее. Вот у вас сейчас это уже произошло, изменение. У нас это будет еще долго. И мы будем воевать со всеми подряд. Просто со всеми подряд. И будут постоянно выдумываться разные истории. Нужно будет, вот сейчас с Казахстаном начнем воевать. Захотим, там, не знаю, там, Белоруссию возьмем, там еще что-нибудь. И все будут кричать «Ура!». То есть достаточно просто там месяц-два телевизионного давления, и все. И люди будут на улице друг другу рассказывать, какие там белорусы, сволочи, предатели и так далее. Вы сейчас являетесь просто жертвой того, что происходит у нас в России. Имперские настроения называются. Великая Русь, да? Вот и все. И те, кто воюют, они считают, что они воюют там за Великую Русь, там за восстановление исторической справедливости. Они воюют искренне, от души. Вот этот вот момент военной искренности, он перекликается с политической искренностью. Мы постоянно ждем каких-то сигналов о мире, что, может быть, как-то договорятся о чем-то. Вот я понимаю, что вы не осведомлены в каких-то переговорных моментах. В принципе, так же, как и я. Но, возможно, у вас есть ощущение, что будет ли Путин договариваться? Вот падает ли уровень вот этой общественной и в том числе телевизионной истерии? То есть
хочет ли Путин давать, ну, простите за вульгаризм, заднюю в украинской проблеме? Милошевич давал заднюю, когда он в каком году? В 92-м в Хорватию, да, они пошли. Они почти взяли Дубровник. Они там очень... У вас сейчас та же самая, кстати, ситуация, как Сербия с Хорватией. Все один в один, даже язык одинаковый, да? И люди одни и те же. Вот. Но это было в 92-м году, и только через 7 лет, когда уже он в Косово там устроил геноцид, хотя перед этим был геноцид и в Сараево, там и везде, да? Только через 7 лет очухались мировое сообщество. В Косово ввели войска, да? И после этого уже Милошевича перевернули. То есть сейчас здесь будет то же самое. И 7 лет ведь сербы поддерживали Милошевича и воевали со своими братьями-хорватами. Здесь я боюсь, что будет то же самое. Но история показывает, что нация, которая по теории Гумилева, если знаете, да, пассионарность, да, нация внезапно становится сильной. Вот нация внезапно становится сильной после больших военных поражений. Вот что было с Грецией, да, если вот в прошлом, да, вот, пришлось персидскому царю Дарию разбить 300 спартанцев, там, только после чего Греция объединилась после единого общего агрессора, там, и через одно поколение Александр Македонский отбился наконец-то, да, и стал, сделал Грецию великой. Так что я вижу, что у Украины будет расти только пассионарность от того, что сейчас происходит. Под ударами она будет крепнуть. Но вам нужно объединиться. Вам нужно объединить всю нацию. Но будущее все-таки у вас более перспективное.